de culo, pero ponmelo en reversa pa' engancharlo en la balanza, a ver cuántas libras que pesa. La bellaca esa, si la pillo le doy pa' que le pille ese culo, a echarle ver mío. Vamos a meter, vamos a meter, vamos a fumar, vamos a ponerla. Con un 20 pesos y la tarda le voy a morder. De la fuerza armada y con la pinga parada, te rozo el chiquito cuando a mí me dé la gana. Y hablando malo, y que se jodan los comentarios. Si no quieres escucharme, cabrón, pues apaga el radio. Mami, pues, pa' ver culo. Доброе утро и спокойной ночи. Бе. Такой это. Я бы даже не сказала, что это дэнсовый. Даже не знаю, как его описать. Наверное, да, что-то подтверг. Ну-ка, сейчас включим что-нибудь другое. Так, из токийского дрифта. Всем доброе утро. Гага, доброе утро. Аль, доброе утро. Чам. Так, ну что, всем доброе утро. Сегодня не в настроении убивать, грустить. Сегодня получше. Вот, хотя спала сегодня всего часа 4-5. Вот, но настрой активный есть. Но так как спала мало, видимо, это не особо надолго. Вот. Так что, всем доброе утро. Сегодня, ну, уже день, кстати. Вот, запустила на 20 минут раньше, чем вчера обещала, получается. Ари, доброе утро. Алексис, доброе утро. Дима, доброе утро. Доброе, доброе. А вы вот знали, что оказывается, если ты живешь в России, ну, это не во всех регионах работает, но все-таки, что если ты живешь в России и учишься на домашнем обучении, то тебе еще государство будет платить субсидии от 80 до 150 тысяч рублей в год за то, что ты учишься не в школе. То есть, если с тобой занимаются родители или репетиторы, и ты дома занимаешься, или сам, например, занимаешься, то школа тебе может платить 180 тысяч рублей в год. И одни из самых щедрых регионов — это Свердловский, то есть Екатеринбург, Челябинск, и также мой край. И теперь у меня соответствующий вопрос. Почему я не пользовалась этой штукой? Спасибо, Red the Follow. Почему я не пользовалась этой штукой, когда была в 9 классе? Потому что эта штука, по-моему, действует, ну, до 9 класса, потому что до 9 класса у нас обязательное образование. Я могла зарабатывать 16 лет 180 тысяч. Офигеть так-то. Ну, конечно, в год, но все равно, блин, извините. Это получается по 20 тысяч в месяц. Правильно понимаю, если мы берем, что мы 180, ну давайте мы 8 месяцев учимся, даже не 9, потому что у нас еще каникулы есть. 22 тысячи в месяц может получать школьник, учась дома, занимаясь сам. Да, конечно, не будет такой социализации, но зато индивидуальное обучение, да что-то вообще не это...
Как там после аварии? Здравствуй, Бит. Ред, здравствуйте. Добро вам пожаловать. Здравствуйте, Фатал. Спасибо большое. Спасибо. Вот. Не, ну я, на самом деле, если бы я знала, мне кажется, то это очень сильно могло бы поменять мою судьбу. В том плане, что это было бы 180 тысяч, я могла бы пойти учиться на ту специальность, на которую я хотела. И мне бы как раз хватило на все 3 года обучения в колледже. Вот 1 год получился дома, подготовился сам к экзаменам, и вуаля, ты учишься на той специальности, на которой хочешь. Я думаю, это могло очень много на что повлиять. И мне грустно, что я об этом узнаю только сейчас. Но зато, например, Бит, как вариант, что если вдруг сын захочет, можно сделать вот так вот, социализироваться, например, с каких-нибудь кружков, будь то там, не знаю, спортивные, неспортивные, развивающие таланты, какие-то кружки, там социализироваться, а учиться, например, дома, тем более, что мама может его обучать. Ну вот. И по итогу плюс еще дополнительные карманные деньги. Вот. Райан Гослинг Бэк. Спасибо за колов. Вы вот знали про это? Вот мне просто интересно. Ой, Даша, если что. Смайлики. Подписана. Про то, что если ты учишься дома, можно получать деньги. Если ты до 9 класса учишься дома, то в год ты можешь получать от 80 до 150... Ой, 180, по-моему. 180 тысяч рублей в год. А у тебя было страхование жизни еще? Как вообще про это? Что ты еще хотела рассказать? Что-то я забыла. Мы вчера что-то интересное обсуждали с парикмахершей, я хотела это вынести потом на стрим как тему для обсуждения, по итогу я забыла. Черт. Ладно. Не, ну зато можно сказать, что родился в рубашке на самом деле. Так, сейчас. Ну так это же прям вообще хорошо. Что есть еще дополнительные финансы, откуда можно... Ну, я понимаю, что работа есть и далее, но все равно, что дополнительные финансы, откуда можно взять на восстановление. Yes. Наконец-то, by the way, наконец-то разобрала все свои вкладки лишние, как можете увидеть. Теперь можно видеть хотя бы хоть какие-то вкладочки. Там настолько... Подожди. Я просто думала, там, ну, ушиб. Какой-нибудь. А как получается это без работы? Ну, потому что с этим работать тяжело. Ну, и в принципе, а как вообще по заживлению это идет? А как ей двигают в плане точно так же, как в своей, только... Ну, просто никогда в жизни не видела такого. Как это?
Да все нормально, ну просто, ну, вместо руки теперь бионика, а G47, G7. Здравствуйте. Здравствуйте. Это вот так выглядит, я так понимаю. Да, здравствуйте. Джекпот. Но это джекпот будет чуточку позже. Буквально минут 10, и джекпот будет. Но это... А как вообще сильно меняется с ней жизнь в плане? Как это ощущается, чувствуется все? Чуть медленнее все. А это левая или правая? Рабочая, не рабочая? Джекпот. Я, кстати, почти под каре. Почти. Обещала то, что вчера подстригусь, вот почти под каре. Скажем так, удлиненная. Эх, каре бы в покере, конечно, выпадало бы чаще. Было бы лучше. Ну, это капец. Бит. Руку. Блин, эффект, здравствуй. Не, ну не дай бог такое сделать. Мои волосы вот здесь цены. Потом знаешь, сколько их отращивать. Это вам, парням, можно такое сделать. И в принципе отрастет там за месяц-два будет не видно. Ну а у девочек так не работает. Ой. А там же, получается, еще выплаты должны быть каждый месяц. Правильно я понимаю? Потому что это же степень. На федеральном уровне компенсации за семейное обучение нет. Закон о образовании эту норму убрали в 2013 году. Впрочем, запрет на выплату нет. Ну вот я про это и говорю. Не во всех регионах есть эта штука. Фатал в Омске, например, этой штуки нет. Но Свердловский... Что это? Область, край, Пермский край. Они одни из самых богатых на компенсации именно выплаты такие. Вот, то есть это есть не в каждом регионе, но во многих есть. Тефтеля, мы вам что, грибочки? А, это... Microsoft PowerPoint, и все, никаких секретов, просто Microsoft PowerPoint, он сразу же автоматом переводит на английский, и вот, и все. Вот работает 21 минуту, ой, 21 час. Вот. А фантомные боли по итогу проходят или нет? Ну, в плане, они всегда будут или нет вообще? Боже, вот, вот понимаете, насколько иногда люди легко относятся к жизни? В плане, ну, бионика, ну, в плане, там, минус рука плюс бионика, то есть техника вместо руки. Да ладно, все нормально, все отлично. И просто есть люди, которые... гиперболизируют свои проблемы и раздувают из мухи слона, плачут, ревут, страдают, самобичеванием занимаются из-за каких-то пустяковых проблем, а тем временем, ну, у людей жизнь полностью меняется, и они такие, да ладно, нормально. Насколько сильно отличается восприятие вообще всего? Ну, бит прям, это... Ух уж эти пейлеры. Mm-hmm.
Да как-то нет, уже должны проснуться. Просыпаемся, просыпаемся. И все по итогу. Подожди, а та квартира, которую снимали, покупали в другом городе, все продается снова. Получается. Не, ну это класс, что семья вместе осталась. Куда спать? У нас тут с вами 2.5 часа шикарнейшего фильма. С рейтингом 8.0 практически. Куда вы спать? А ну, запрещаю, поняли? Сейчас. Все. Ого, Три стал. Доброе утро. Доброе утро, доброе утро. Так, ну в принципе... Если рука не такая большая проблема именно самому по себе, то... Ну то семья осталась вместе. И то, что доказали. И спокойствие есть. Кстати говоря... Напоминаю, ну, для тех, кто не слышал, кого не было там на одном из стримов, я еще не сделала ветку в телеге, но я сделаю потом. В общем, сейчас чуточку меньше стримов, потому что занимаюсь еще кое-чем другим, помимо стримов. Вот. Ну, там и домашними делами, и всяким таким. Вот, там, нотариусами, не нотариусами, еще кое-что. Вот. Поэтому стримов меньше немножко, как можете заметить. Поэтому, возможно, сегодня последний стрим на неделе. Вот. Ну, как бы сегодня четверг. Может быть, конечно, еще в выходные с телефона запущу, как в те выходные запускала. То есть вот в воскресенье запускала ночью, в понедельник. Вот. И считайте, возможно, сегодня последний стрим в выходные запущу с телефона. Вот. Ну, там пока что приоритетнее. Вот. Важнее. То есть я люблю стримы, стримлю, все хорошо, но просто вот поменьше пока. Так сказать, смотрим фильмы, чилим, отдыхаем. Отдыхает потихонечку. Ну она хотя бы левая, что это не рабочая. Хотя бы так. Но спасибо большое всем, кто реально приходит на стримы. Вот и так она бывает квадрока. Зачем? В плане у нее какой-то дизайн или какие-то есть фичи? Доп. Типа на запас, чтобы была. А их надо менять раз в какое-то время, я так понимаю. Или, мол, поставила, можно на всю жизнь. Так. Я, кстати говоря, починила кинопаб. Я сделала себе лимитированную ссылку наконец-то. И теперь у меня работает кинопаб даже без VPN. Можно теперь не мучиться, просто у меня он вот не работал нифига. Ну вот теперь работает. Как у Тони Старка рука. Вот такая.
Но это мемно, на самом деле. Вот все думают, что ты рофлишь и шутишь с этой ракой. А на самом деле это реально штука, которая, ну, с которой тебе жить надо. Что это не просто перчатка, которую ты надеваешь, как люди могут подумать. Вообще с юмором. Ну, то есть, по сути, можно на всю жизнь это оставить и каждые полгода обновлять. А там нет такого, что спустя время они замедляются или спустя время перестают обслуживаться? То есть, можно купить одну на всю жизнь. Так, а во сколько мы начнем, получается? В 10 утра, офигеть! У нас сегодня прям такой ранний стрим получается, непривычно аж. Мне кажется, сын будет ходить рассказывать всем в садике. У меня папа Тони Старк. Все вот это. Фильм офигенный. Вы куда спать? Да, время 10 утра. Но пора просыпаться потихонечку. Ап-ап, подъем. Это получается минус танца? Ну, выступление. Так. Сделаю уведомление в телеге. И включила. А все, а кто будет работать? А кто будет тут психологические теории выстраивать по фильму? Кто будет учиться играть в покер? Кто будет потом деньги выигрывать? Ну это классно, что его гарантия пожизненная. Что-то на все время. Me? Я безработная. То есть это никак не помешает? Так, все, делаю уведомление, что фильм. С рукой. Сейчас получается обратно Сахалин. Или как? Тут. Я хочу еще сделать вот так, вот так. Несколько лет назад 300 специалистов. Так, а что по озвучке? Это что-то не то, да? Там задали один. Да, вот дубляж надо. В чем проблема с субтитрами в последнее время на Кинопабе? Я не понимаю, почему они так несколько плохо работают. Лет назад среди 300 профессионалов провели. Мне пойти опять на Юху-Ху смотреть? Что со...
Несколько лет назад. Что с ними такое происходит? Второй раз, кстати говоря, что вот такие ошибки. Среди 300 профессионалов провели опрос. Что самое страшное может случиться в спорте? Что-то не то. Правда, идти на Юхо-Ху смотреть? Да, конечно, это печально. Вот так вот платишь деньги за подписку, а по итогу смотришь вообще фильмы в, ну, в другом месте. Как это люди понимают? Ты просто сидишь, тебе в один момент становится скучно, и ты такой: хочу постримить. Все, то есть это не было такого, что хочу быть стримером и так далее. Нет, я всю жизнь хотела быть блогером, но жизнь меня привела к стримингу тем, что я загорелась идеей, и на следующее же утро уже стримила, и вот на протяжении 5 лет вот то же самое. Просто потому, что ты играешь в игры и тусуешься в компании парней. И ты понимаешь, что, блин, а то, что ты играешь, ты можешь то же самое и стримить. И все. И это была Дота. Угу. Осудительные вещи, реклама. Вот. И это была Дота. Когда-то. Counter-Strike. Valorant. Так, еще одна реклама. Надеюсь, рекламы не будет по мере просмотра фильма. Когда же уже Кинопап починит с субтитрами? Так, звук. А почему тут только английский звук? Ага, класс. Галики. Забыла. Это тебе урок. Ясно. Нет. Подожди. Как я говорю? Ну, поставь себе на паузу, пожалуйста. Так, субтитры. English. Все. Теперь должно быть нормально. Сегодня в начале. Кстати, время ровно 10, как и обещала. По Москве стрим. Вот, все вовремя, правда, на 30 минут раньше запустила, но фильм в 12. Ой, в 10, как и говорила. Понимаете, насколько ответственный момент, когда от одной штуки зависит полностью твоя жизнь? Все понятно, но есть вещи, к которым ты идешь всю жизнь, от которых, ну, ты уже построил всю свою карьеру, дальнейшую жизнь, и просто у тебя в один момент все рушится. Будь то там авария, будь то неудачное падение, будь то еще что-то. 20 лет спустя. Западный Голливуд. What's the type of things? Without a compliment. Хацу. У меня, правда, какое-то предвзятое отношение к рыжим девушкам. Я априори заранее хорошо к ним отношусь. Вот именно вот к такому цвету рыжего. То есть не к такому, который у меня прям такой естественный рыжий, скажем так, светлый. Отец брал интервью у меня и у братьев каждый год в наши дни рождения. Кого ты считаешь настоящим героем? Я стану героем для себя. Ой, а у меня почему-то свет выключился прямо в эту секунду. Мартин, спасибо тебе большое за рейд. Здравствуйте. Pride Game Changer. Здравствуй, мистер Кракен. Это что, это Дора? Да? Сейчас, секунду, я починю свет, буквально минутку. Что-то почему-то он выключился. I don't know why. Ну, я что-то с этим... освещением. Калачик, здравствуйте. Спасибо большое. Мартин, как у вас дела? Мы, если что, буквально 9 минут фильма посмотрели, только-только начали. Смотрим фильм про покер. А мы не просто смотрим фильмы, а душним мы очень много обсуждаем. Вот, поэтому, кто любит смотреть фильмы с обсуждениями, welcome. Вот, смотрим в основном какие-нибудь старые фильмы или новые фильмы с хорошим рейтингом. Вот. На Желтое море? Или что, куда приветствовал он?
Офигеть. Боже, как круто. А вы что-то с казино смотрели, да? Просто я пару дней назад стримила покер. По жизни имеется в виду. Поэтому сегодня смотрим такой фильм, связанный с покером. Может быть, что-нибудь для себя уясню из этого фильма и стану лучше играть вдруг. Вот. Но в смысле, человек уедет, возможно, будут релы. И человек отдохнет, зарядится энергией, силами, просто увидит кучу нового, положительные эмоции. Потом приедет, будет вам рассказывать. Плюс вам контент. Вот. Наоборот, офигенно. Вы что? Порадуйтесь за человека. И тем более, лишь бы нас не видеть. Вот видите, как вы его достали? Обижаете мальчика. Китай от вас уезжает. Лишь бы вас не видеть. Угу. Нет. Это запрещено в РФ. Мы на фишки. Не на деньги. Нет. 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 Как это делать? Я не умею говорить. Ну, блин, а попробуйте сейчас сказать «нет» и покивать «когда». Нет. Это тяжело было вначале. Да. О, мозг ломается. You're Sam. Спасибо за follow. Вот, вначале тяжело, а потом вроде полегче. Да не, подобные места осуждают. Лучше так, в компании друзей. А, я не помню, кто там. По-моему, не финны. Кто-то еще. Сербы, по-моему. Ну, плюс-минус. Хорошие поездки, если что, в Китай. Ну, это прям круто. Ой, я такой не знаю язык. Ну, у меня не получается играть в покер, я больше люблю наблюдать. Ну вот, дилером когда как, но мне нравится больше смотреть. Играть я редко люблю, потому что я не понимаю, меня очень легко взять на блеф. Я не могу читать людей. И просто у нас компания людей, с которыми ты играешь, и ты думаешь, ну, вроде бы у тебя там две пары, и самые высокие две пары, ну, все, 100% мы идем. А человек просто берет и ставит all-in, а у него ничего нет. А ты сливаешься, потому что думаешь, что, ну, значит, у него там, не знаю, сет, или у него там стрит, или у него там флэш, а у тебя две хорошие пары. И что ты проиграешь, ты сливаешься, а на самом деле... У него ничего нет, и ты бы выиграл с этими двумя хорошими парами. Вот. В общем, ладно. Я слишком сильно злилась без видимых причин. Так ты все равно... Так это понятно, что игра в очках и маске, но по ставкам тяжело понять. Вообще, покер — игра аналитиков же. Люди думают, когда играют в нее. Но я пока не понимаю, как анализировать ситуацию, чтобы вообще высчитать, какие возможные карты могут быть у человека. Он жив! Он остался жив в конце драйва. Не портите мою детскую психику. Он жив. Так вот. Хотела напомнить, сказать, вот, для тех, кто не часто бывает на стримах, сейчас стримы немножечко пореже. Вот, потому что есть некие другие дела. Вот, но все равно они есть. Но, например, завтра стрима точно не будет. Вот, так что отдыхаем. И потом увидимся либо в выходные с телефона, либо увидимся в понедельник с компа. А вторник с компа. Посмотрим. Вон в головах и в сердцах. Вот, так что, если что, я не забрасываю стримы, не прогуливаю и так далее. Официально. Ну, вот. Что напоминаю, что можно заходить в телегу.
Там все сообщу, если что. Вот. А сейчас буду уходить по делам. Спасибо за стрим. Всем желаю хорошего вечера. Хороших выходных заранее. Если будет подруга или еще что-нибудь, то напишу в телеге. В любом случае. Вот. Так что в следующий стрим, скорее всего, смотрим опасную игру Slow. Ну, еще пираты так-то у нас остались. Так что тоже на заметке. Последняя часть. Всем хорошего дня. И выходных, если что. А ну-ка! А где мне хорошего дня? Чат. Ясно. Не хотят мне хорошего дня. Все понятно. Или меня залагало? Спасибо. Спасибо, спасибо. Да, сегодня четверг, но про это и говорю, что немного поменьше стало стримить. Ну, не немного, намного поменьше. Вот. То, что есть еще дела, которые делаю, и на которые надо время. Время, энергии, силы. Вот. Ну, как бы дважды с телефона включала, вот два раза с компа на этой неделе. Так что вот так. Все. Если что, либо выходные с телефона, либо в понедельник, вторник с компа. Вот. Все. Всем пока-пока.